Всем привет, мои дорогие друзья, мои уважаемые подписчики. Сегодня я хотел немножко отойти от темы и показать вам второе свое увлечение, то есть свое второе хобби. С детства я люблю попугаев. Вот сейчас у меня есть одна пара влюбленных красивых попугаев. Это моя девочка, ее зовут Эльза. Это мой Кеша, петушок. Обоим сейчас по 5 лет. Вот. Они у меня находятся уже где-то полтора года. Вот. Вольер. Сейчас вылазю с вольера. Вот, показываю, какой я им вольер построил. Вот. Так как это большие попугаи, им для двоих, чтобы они приносили птенцов, им нужен вольер по специальным стандартам. Если кого-то интересует, я потом в следующем видео могу рассказать, какие стандарты для клетки идут, какие стандарты идут для домика, в котором они должны жить, как говорится. Ну, не жить, а откладывать яйца. Вот. Это все могу как бы потом я вам рассказать и написать. Что я могу сказать об этих попугаях? Эти попугаи на сегодняшний день занимают первое место в мире. Чем они берут? Они не настолько красивые. Сами видите, они серые. Вот такие вот с красным хвостом. Кеша, покажи себя. Кеша, покажи. Разговаривают по-немецки они. Вот. Сейчас немножко, видать, стесняются то, что я видео снимаю. Вот. Ну, по-русски, да, какие-то слова они сейчас начали разговаривать. Танцуют хорошо, под шансон танцуют. Молодцы, так как я уважаю шансон слушать. Вот. Они взяли себя на рынке тем, что у них очень сильный интеллектуал. У них в голове сидит ребенок где-то 5-6 лет. Вот. Они также обижаются, также плачут, также радуются всему остальному. Живут они даже порой больше, чем человек. 60 и, ну, до 60 обычно лет. Если правильное питание, правильные подкормки, вот, живут они долго. Но, так как я корм покупаю всегда в магазинах в улучшенных, как бы, я так думаю, проблем не будет. К врачу вожу постоянно. Раз в полгода стараюсь проверять их. Вот, все остальное. Смотрите оперение. Вот, они очень сильно ухаживают за собой. Вот, Эльза очень сильно ручная. Она садится на плечо, говорит: поцелуй меня. Сама целуется, летит к тебе. Ну, когда дома. Сейчас этот вольер я поставил. Это у меня летний вольер, ребята. Вот. Вот такой он, да? Вольер. Большой получается. Вот. В доме у меня тоже такой же, в принципе, вольер. Но это получается только зимний вольер. Сейчас я его разобрал, убрал. Вот такие красивые попугаи. Очень умные. Что-то не так сделаешь, обижаются. В отпуск уезжаешь на неделю, на две. Приезжаешь, они ничего не кушают, с тобой не разговаривают, обижаются. Ой, это вообще. Это как дети малые, за ними надо постоянно внимание. Ей даешь, ему вернее, ему даешь какую-то еду. Все, она у него сразу забирает. Вот, она тут хозяйка. Все принадлежит ей. Сначала она должна накушаться, потом у нас уже должен накушаться наш Кешка. Кеша! Кеш! Ну, водичку пьет он, красавчик такой. Ну. Ну, вот такое вот хобби, ребят. Давайте, до новых встреч. Ждите следующих видео. Спасибо за лайки, за просмотры. Спасибо, что вы со мной. Постараюсь вас, как говорится, удивлять все больше и больше. До новых встреч!